Всем привет! Сегодня я покажу вам, как получить вещи в В общем, вы должны ввести в поиске чрятер челленджи и зайти в любой из этих режимов. Там нужно будет отвечать на разные вопросы о Roblox Studio, и если что, это программа, где можно делать режим. Можно отвечать на рандом, просто это займет побольше времени. Ну а так, выполняешь тесты, получаешь вещи. Класс. Ну вот. Надеюсь, вам понравилось. Пока.